Музейно-образовательный комплекс Юргу создан в конце 2013 года. Он объединяет два подразделения – геологический музей и музей истории Юргу, который был открыт в 1980 году. За это время его сотрудники сумели собрать несколько тысяч единиц различных экспонатов, фотографий и составленной картотеки. Как отмечает заведующий музеем истории Юргу Надежда Иванова, в этом году коллекция пополнилась документами от аэрокосмического факультета, а также сборниками фотографий фронтовиков от Совета ветеранов нашего вуза. Ну и вообще этот год вот для музея был, ну так сказать, очень насыщенным. Во-первых, фонды музея пополнились несколькими тысячами единиц документов. Аэрокосмический факультет за десятки лет сдал документы по своему развитию и становлению. Я счастлива. Там есть документы с автографом Макеева. Представляете, ГРЦ Макеева, понятно, это, ну, это и наш космонавт сегодня, и вообще роль и значение этого факультета в истории вуза. Потом так получилось, что Совет ветеранов сдал несколько тысяч документов, самых различных. Это черно-белые фотографии фронтовиков, это альбомы, это огромное количество альбомов. Сегодня их больше сотни. С этого года Музей истории Юргу стал неотъемлемой частью экскурсий для первокурсников нашего вуза. В ходе посещения музея ребята смогли узнать историю становления университета, которая берет начало с 1943 года, познакомиться с уникальными экспонатами и увидеть, как менялся Южноуральский государственный университет на протяжении 80 лет. Вуз меняет свою структуру. И изменение структуры стало одной из причин того, что обязательным стало посещение музея истории вуза всеми пришедшими на первый курс, всеми первокурсниками. И поэтому сентябрь-октябрь больше 2000 человек. Это первоклашки, первокурсники. И мне очень приятно, они, для них было открытие, как строился вуз, как появилось вот это наше великолепное здание, которое сегодня украшает наш город, как мы его достраивали в 90-х годах, в 2000-х годах появился наш шпиль. Вот нашли документы о том, как посадили елки, которые сегодня у нас и на сквере перед главным корпусом, белочки, на которых скачут, прыгают, как у себя дома. В этом году Музей истории Юргу принял участие в съемках фильма «Юргу. Вектор силы». Сотрудники музея предоставили уникальные материалы, которые легли в основу документальной картины о развитии и становлении нашего университета. За помощь в съемках фильма директор телерадиокомпании Юргу ТВ Сергей Гордиенко вручил почетную грамоту музею Юргу и поблагодарил за совместную работу. Когда выходят фильмы, как-то вы все умудряетесь сделать гладко, сделать красиво. И вы сами находите ракурсы, находите очень какие-то основательные, красивые виды. Я, в общем, я посмотрела фильм, да, и внимательно, и все. И я подумала, ребята молодцы. Вот я уже теперь отслеживаю, как у вас это, вот как все это происходит и меняется. И я надеюсь, что мы еще поработаем. Я еще подготовлю для вас новые документы, новые открытия, то, что нам сейчас сдается, вот то, что у меня собрано за эти годы. Вот, к счастью, в музее это все хранится, поэтому будем сотрудничать. Музей истории Юргу находится на втором этаже теплотехнического корпуса нашего университета. Посетить его может любой студент и сотрудник Юргу по будням с 9 до 17 часов.